И снова всем привет, дорогие друзья. Сегодня мы находимся в Новороссийск, Южная Озереевка. Приехали, значит, сюда посмотреть, что да как. Ну, в принципе, место хорошее. Вода, блин, вода градусов 27-28 точно сегодня. Единственное, что не нравится, так это, блин, на любителей, в принципе, камни. И сегодня мелкие медузы, такие, сантиметров 5-6. Диаметром. Вот. Но они, в принципе, особо не мешают, но создают такую некоторую сверху покрытие, как бы. В некоторых местах очень даже сильно. Я думаю, там видно будет. И тут еще есть пены, они, короче. Вот. Ну, в принципе, место довольно-таки интересное. Малоизвестное. Не все о нем знают. Но очень интересно. Вот такая вот галька. В воде она разная. Есть и большая, и маленькая. Вот. На деревьях стрекочут цикады. Ну, в принципе, интересное место. Побывать стоит. Цены за жилье приемлемые, довольно-таки. Столовые цены, ну, в принципе, тоже стандартно, как и везде. Были в Витязево, цены такие же на еду. А вот магазинчик здесь, цены совсем, ну, блин, повыше, короче. О, переодевалки. Есть. Данил! В общем, раздевалки присутствуют. Несколько штук. Вот так это выглядит сверху. Из тенечка. Вот, значит, пляж называется Маудол Глобус. Вот так вот. Интересно, пляж. Много крабов плавает там, ползает по дну камня. Рыбки всякие прилипалы, прикольные. Ну, короче, стоит сюда побывать здесь. Ну вот как-то так. Данил, скажи свой отзыв. Очень много живности и медуз. Медуз мелкие, не страшно. Ну да. А так, если купаться, то в очках смотреть. А плюс-минус какие? Разбиться можно, вот это минус. А из плюсов вода тепленькая. Вот так вот. Итак, ребят, что касается Южной Озереевки. В общем, имеем мы тут несколько типа мини-отелей. Вот домики такие. Раз, два, там третий. И там еще какие-то разные. Вот. Ну, собственно, очень даже таки неплохо за такие-то деньги. Это очень классно. В номерах есть все. Номера есть разные. От стандарта до... Ну, до какого-то крутого, короче. Пофиг, у нас стандарт. То есть тупо кондиционер. Две кровати. Одна двуспальная, одна спальная. Душ. Ну, санузел полный. Что еще там? Короче, нет телевизора, Wi-Fi и холодильника. Все остальное у нас есть. Вполне разумно. Есть тут мангальная зона. Сейчас покажу. Пальмочки растут. Стоянка. Вот мангальная зона. Столик нормальный, за которым вечером посидеть можно. И у нас даже в стандарт входит завтрак. Что самое интересное. Включен завтрак на всех троих нас, наш человек.
Ну, завтраки разные, но в принципе поесть можно. Вчера там какие-то каши были, еще что-то. Сегодня было жареные яйца и опять же таки каша. А, яйцо с сосиской. Ну, в принципе, довольно-таки нормально. Очень. За данную сумму. На троих человек у нас последние трое суток обошлось вместе стоянкой 7,5. Стоянка здесь 100 рублей в сутки. Ну, короче, 7,5 за трое суток вполне себе нормально. Вот. Не знаю, заказывал посуточно через сайт суточно.ру. Кто не пользовался, пользуйтесь. Ссылочка будет в описании. Регистрируйтесь. При регистрации получите какие-то там бонусы. Один бонус, 1 рубль. Подробности точно не помню. Ну, в принципе, советую. Сервис годный, нормальный. Бронируйте, оплачивайте предзаказ, газуйте, все, радуйтесь, и все классно. Вот по предзаказу у нас было 1000 рублей, я платил. Приехали, заселились, просто все нам заполнили, все классно. Ну, что еще сказать? В принципе, тут довольно-таки удачное место. Отсюда можно уехать в любую точку Черноморского побережья совершенно недалеко и недолго. В принципе, это удобно. Отсюда мы поедем дальше и, соответственно, уже отсюда потом домой. Все рядом, все близко, все классно. За час вы можете доехать куда угодно здесь. Ну, что сказать. Пляж нормальный. Галька. Для любителей гальки пойдет. Заход в море, в принципе, оборудованный, хороший, большие валуны люди раздвигают. Ну и в воде там, соответственно, тоже. В принципе, заход хороший. Сегодня плавали, вообще заход был отличный. Где-то на расстоянии метров 20 от берега стоишь и видно палец ног. Ну, по шейку, короче. Даже не 20, а 30. Ну, в принципе, довольно-таки нормально. Мелкие крабы, которых я не заснял, но они были. Ну вот и все, что хотелось бы сказать. Все классно, нам понравилось. Всем пока.